Привет, я Тедди Вэ, а ты нет. И сегодня на канале видео опять влог, потому что я не могу без влогов жить. А сейчас это последний день на отдыхе, суббота, и мы будем где-то послезавтра дома. У меня сейчас на головах тинт, поэтому я разговариваю немножко странно. Точнее, не немножко странно, но... Странно. И но при желании меня можно гонять. Короче, мы сейчас пойдем на пляж, мне делают татуировку вот на этой части руки. Типа, моя семья, моя крепость на английском. Вот сейчас, где не видно, да? У меня тинт. Вот. И я еще минут 15 буду его снимать, но у вас это будет какая-то секунда. И да, я сняла тинт, я знаю, то, что не сильно заметно, но реально губы стали намного розовее. И сейчас они очень сухие, и их нужно увлажнить бальзамчиком. Поэтому я сейчас это сделаю, и вы будете лицезреть, как я буду, как бы, увлажнять губы. Последний раз идем на пляж, будет татуировка. Вот. Вчера мы были в аквапарке, очень классно побыли в аквапарке. Это было не то, что много горок, но нормальный горок. Я с одной горки раз пять прокатилась. Губки мои, губки. Красуюсь я тинтом и кисточкой, потому что специальной палочкой там неудобно. Клач с собой взяла, в которой денежка. Так что сейчас идем и будет тут конопляри делать, так что, может быть, маленькие кусочки я сниму. Кстати, вот я не знаю, где лучше делать, на левой или на правой. Наверное, на правой руке, потому что я ж правша, как бы, чтобы писать так, амахасла. Амахасла. Так что, там написано my family, my friends, что-то такое. Ну, моя семья, моя крепость, в общем. Не знаю, как читается моя крепость. Вот. Поэтому я гений. Вчера уехала моя подруга, точнее позавчера уехала моя подруга Катя, с которой мы снимали видео, как мы посетили лето и некоторые влоги, потому что... Блин. Да, так что я иду и пойдем вместе со мной на пляж, как обычно, да. Да, кстати, с отдыха я поеду в платье Севастополь, просто чтобы было понятно то, что я приехала с Севастополя, скажем, как бы вот. Кстати, только когда мы заселялись, я раньше, ну, до этого, когда мы ехали сюда, я думала, то, что это наш личный домик. Я гений, в общем. Но у нас там всего два номера, моей тети с Максом и наш. Мы прям вся перешли дорогу. Я не одела купальник, потому что я не буду купаться, нужно будет час ждать, пока во всех нет тушка. Так что я буду мочить ножки. Да, а я не буду купаться. Потому что мне сделают татуировку, и меня нельзя будет купаться, поэтому я буду мочить с ноги. Ой. Что? Мы проходим парковку машины. Да. Лада седан. Нет, это не Лада седан, но, короче, баклажан. Так я не поняла, так почему ты не можешь искупаться, потом налить из бутылки воды, протереть и пойти сделать татуировку? Не знаю. Там вода есть. Полотенце протерла, да и все. Ладно, не хочу я. Я ножки только помочу. А я, смотри, сделала сегодня с утра. Молодец. Сотрутся. Ну ладно. Мы дошли до татуировки. Вот, смотри, татуировку.